почему Аллаха не разрешает незамужним женщинам окунаться в микву. Предположим, что есть женщина, которая живет с мужчиной до брака. Ну, 2017 год. Много вещей происходит постфактум. То есть это уже есть ситуация, которая сложилась. Уже есть еврейка, они не в браке, но они уже живут вместе. Так, может быть, лучше, чтобы она все-таки ходила в микву, чем нет? Сложно в эфир давать какой-то ответ на этот вопрос, поскольку, если сказать с точки зрения этих людей, если бы они понимали, что они делают, то, конечно, ей лучше ходить в микву. Но поскольку мы, как институт, не можем поддерживать такое течение вещей, поэтому мы оставим этот вопрос за кадром.